Наталя Кучеренко, керівник громадського об'єднання «Доступний світ», і мама та Микита Кучеренко, учасник напівмарафону. Доброго ранку, дякую, що завітали. Ну, я просто пишаюся вами, і вами сьогодні пишається все наше місто. Що говорити, що тільки подивитися варто на стрічку у Фейсбуці, новини, інтернет-видання про вашу участь у напівмарафоні. Ось я хочу і привітати з цим. Взагалі, отаке запитання, як вирішили взяти участь, я знаю, що не просто так, що ви маєте свою історію участі в цьому напівмарафоні. Поділіться, розкажіть про свої враження, про свої емоції, ми з нетерпінням послухаємо їх. Будь ласка, доброго ранку вам. Доброе утро. Во-первых, огромное спасибо, что пригласили в вашу студию. И хочется начать с того, что прекрасное мероприятие проведено было 22 апреля. Для каждого участника это мероприятие имело свой смысл. В основном участвовали активные люди, первые лица нашего города. И каждый из них, конечно же, как каждый обычный человек, хотели для себя показать, что они это могут, на что они способны. На что, да, да, доказать какое-то небольшое свое «я». Мне хочется остановиться на людях с инвалидностью, на детях с инвалидностью, их родителей. В марафоне принимали участие не только мы. В марафоне зарегистрировалось около 20 детей с инвалидностью, которые, естественно, были с родителями. Это были разные дети. Это были дети, не только, которые имеют не только проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть такая бачная и небачная инвалидность, правильно? Так, да. Инвалидность визуально выглядит по-разному. Так. И, конечно, если у ребенка проблемы со зрением или другие какие-нибудь проблемы, то этого не видно. Но на самом деле нас было много. И, конечно, я думаю, каждый понимает, что мы пришли туда не просто побегать, мы пришли туда показать, рассказать о том, что у нас есть такие дети, есть мы. И все люди, независимо от того, есть инвалидность, нет инвалидности, без дискриминации, должны участвовать в жизни города, должны иметь доступ абсолютно к любому объекту в городе. И, ну, чтобы свет был доступен. Во всех сферах жизни абсолютно эти люди не должны чувствовать какую-то ущемленность. Угу. Як ви готувалися до цього напівмарафону? Адже це важка, ну, все ж таки праця, це ж не просто так, да, вийти і все. От як проходила ця підготовка? Чи були якісь вагання? А може варто, а може не варто? Розказуйте. На самом деле, подготовка... Что касается нашей всей группы ребят, то мы, ну, как все участники, зарегистрировались, да, для того, чтобы показать, что нас много, мы есть, и мы хотим быть вместе, и показать, сломать стереотип. Знаете, многие люди, даже те, которые очень благожелательно относятся к людям, детям с инвалидностью, к взрослым с инвалидностью, большинство людей имеет такое, знаете, отстраненное. Да, да, выбирают такую позицию. Долик. Вот, так, так. Я помогу, мне этого человека жалко, но пусть он будет без где-то никаких отдельно. Контактов не будет. Да. Мы вышли показать, что мы позитивные люди, что мы радуемся жизни, что наши дети, они, в общем-то, ничем не отличаются от обычных детей. Они бывают так же веселые, так же капризные, как обычные дети, и так же радуются, и так же огорчаются жизни. А что касается подготовки к этому марафону, знаете... Так... Это же первый был такой масштабный, так я понимаю, напівмарафон в жизни. Для нас, да. И если сказать, сколько мы готовились, наверное, мы готовились к этому 16 лет. Интенсивно готовились 11 лет, потому что в течение 11 лет Никита большую часть жизни своей проводит на реабилитации. Вот я вот до чего и вела, да, чтобы почувствовать. Прошло 5 операций в его жизни. Сейчас я говорю об этом с улыбкой. Ну, конечно, за 10 лет 5 операций и больше 30 курсов реабилитации от 2 до 3 месяцев. Это очень много, очень тяжело. И сейчас, даже когда вот Никита дома, не на лечении, он каждый день ходит в тренажерный клуб, в котором отдельная благодарность, как нас тепло и гостеприимно там принимают и поддерживают. Кроме этого, занимается дома на беговой дорожке.
Розкажи, от розкажи про своє життя, дуже цікаво, чим ти захоплюєшся. Взагалі, скільки, яку відстань подолали на марафоні? На марафоні 1 кілометр. Боже, 1 кілометр. Ну, молодець. А взагалі, от по життю, розказуй, чим захоплення, тренажерний зал вже зрозуміли. Ще що? Розказуй, ділися з нами. Я вдома на біговій дорожці хожу. Кожен день. Щодня, уявіть собі. Стабільно. Я в шоці, а ще що? Ну, так, гуляю везде. Там мама на мероприятия водить. Вот так. Угу. Насичене, активне життя. От наробили галасу на марафоні, вже наступна подія вас очікує. Травнева, да, 1 травня відправляєтеся до Ужгороду. Розказуйте, що це буде за подія. Якщо чесно, то про Ужгород... Я не знаю. На самом деле, это не мы едем. Я просто как... Координатор организации. Мама такого же ребенка, да, вот с инвалидностью. Я знаю, что группа детей, которая занимается в Водолее, это называется реабилитационная группа, довольно сложно было пробить этим ребятам финансирование за свои занятия. И кроме того, что они занимаются, на самом деле это будущие паралимпийцы. Они сейчас еще не приносят такие большие награды городу, но эти дети это будущее нашего города. Это очень большой труд, то, что занимаются. Я знаю, что ребят были тренировки до последнего времени в Водолее, которые начинались в 7 утра. Можете себе представить, насколько нужно встать ребенку, выйти из дому, добраться с проблемами опорно-двигательного, там все с такими проблемами в основном. И эти ребята вынуждены за свои средства ездить на соревнования. То есть родители возят детей, оплачивают и проезд, и пребывание там. И, соответственно, очень важной проблемой есть транспорт. Это проблема города, это проблема междугороднего транспорта. И когда я услышала, как мама рассказывала, насколько сложно было им доехать до Одессы, до железнодорожного вокзала, учитывая, что ехали 5 колясочников одновременно, и ни в какое маршрутное такси Николаев Одесса, естественно, они не могут, сколько они выслушали негатива по поводу того, сколько колясок, куда их ставить, и вообще, где вы взялись на нашу голову, то мы решили вот таким образом привлечь людей и организовать допомогти этот сбор. Ну, це колосально. Для нас плавание – это пока мечта, потому что Водолей, к сожалению, находится на другом конце города. Социального транспорта пока для специализированного нет, который бы подвозил детей. А добираться общественным транспортом из Снамыва до Водолея... Это два разных кінця міста. Не имеет смысла просто, к сожалению. Для нас пока это так. Мы смотрим на других, радуемся и поддерживаем. Я зрозуміла. А от якби от іще був такий марафон, обов'язково буде, іще б взяли участь, обов'язково? Я би, да. Тобто сподобалося. Враження і емоції позитивні, так? Я вам дякую. У мене є невеличкий подаруночок від фанатів ваших. Це такі квитки до зоопарку на 4 особи. Тобто можете ще когось запросити, сходити з мамою. Я вам дякую, ви молодці. От оцей ваш позитив, оцю вашу енергетику, яка просто зараз шалено відходить до вас, не розтрачуйте її, накопичуйте і от допомагайте іншим людям, а саме головне собі, так? Я вам дякую, що ви завітали, пишаюся, що нарешті познайомилася сьогодні з вами, що ви завітали до нашої студії. Ось вон приклад справжньої сили, справжньої мужності, витривалості і добра. Дякую вам щиро, Наталя та Микита Кучеренко були в нас в гостях.